Проехать на велосипеде сквозь толщу воды. Такой трюк запросто можно проделать в Бельгии. Рядом с городом Генк проложили велосипедную дорожку прямо в пруду. Ее длина 200 метров, а ширина 3. Вода доходит до самого края бортика. Ехать ниже поверхности воды – это невероятное ощущение. Глаза оказываются на уровне воды, а напротив плывут утки и лебеди. Это уникально. Думаю, многим нравится такое испытывать – скользить взглядом по воде и видеть птиц. Появляется чувство единения с природой. Велодорожка находится в провинции Лимбург, недалеко от границы с Нидерландами. Она открылась 5 лет назад. Велосипедный путь проходит вдоль бывшей дамбы, разделявшей пруд. Под дорожкой есть тоннели. Водные обитатели проплывают через них, перемещаясь из одной части пруда в другую. Строительство такой велодорожки – очень позитивная инициатива. Она уже привлекла внимание к Лимбургу. В Лимбурге есть много велодорожек, которые позволяют людям путешествовать и осматривать природные заповедники. Благодаря этому сюда приезжает много туристов.